Здравствуйте, уважаемые жители нашей галактики! Сегодня 12 апреля, ничем не примечательный вроде день. Но 12 апреля 1965 года стал днем космонавтики для планеты Земля. В этот день впервые в мире был совершен полет человека в космос. Совершил этот полет гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин. Полет продолжался целых 108 минут. Давайте посмотрим, как же это было. Кедр, я в заря один. Зажигание. Понял, отдается зажигание. Предварительное. Желаю вам доброго полета.